Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковочка очередной посылочки с сайта AliExpress. Здесь мультитестер автоматический, мультиметр. Этот продавец мне уже присылал один тестер, прислал и второй в подарок. Сейчас откроем, посмотрим, проверим. Посылка пришла из Гонконга за 10 дней всего лишь навсего. Открываем, смотрим. Так, вот такой. Так, что-то тут он положил. Какие-то отверточки. Потом щуп. Пробник. Ладно, это мы потом посмотрим. И вот такой мелкий карманный тестер. Автоматический. Давайте посмотрим. Вот. Можно сказать, мануал, инструкция, но опять же на английском языке. Работает полностью в автоматическом режиме. Давайте достанем. Опа, батареечки здесь выпали. Так, защитная пленочка. Ну ладно, пока снимать не буду. Такая интересная карманная вещь. Щупы не вынимаются, уже встроены. Так, чтобы вставить батареечку, батарейки, нам, наверное, надо выкрутить. И отверточка есть как раз. Сейчас мы это и сделаем. Ну ладно, открываем этот пакетик. Чехольчик вот такой вот. Классненький. Для этого тестера. И вот такой вот щуп, пробник. Ладно, раскручиваем корпус, открываем. И вот батареечки сюда вставляются вот таким образом. Вставили. Надо попасть в паз. Научились китайцы делать классные вещи. Да. Включился аппарат. И закручиваем. Сейчас проверим. Вотрем в розетку и проверим. Вот сейчас я поставил на автомат в автоматическом режиме. Ну, друзья, подключил я к розетке на улице. Показывает у нас напряжение 222 вольта. Сейчас проверим вот этот пробник. Нет. Фаза не здесь. Фаза здесь. Измеряет напряжение от 12 до 250 вольт. А это до 600 вольт. Работает в автоматическом режиме. Но можно выбрать режим и не автоматический. Сейчас он стоит на автомате. Просто решает. Решает, что измерять. Но сейчас он решил измерить сопротивление. Так, втыкаем в розетку. Думает, какое напряжение измерять. Умный тестер. 220, 219 вольт. 218, 219. Что-то напряжение немножко упало под вечер. Вот такой тестер. Ссылочку на него я оставлю под видео. Может, кому-то понадобится, стоит недорого, где-то, по-моему, в районе 1000 рублей. Короче, друзья, вещь в домашнем хозяйстве нужная. В электрике, в радиоэлектронике. Сейчас замерим сопротивление. В автомобиле. Вот, сразу выбрал килоомы. Измеряем сопротивление.
Можно замерить напряжение батарейки. Хорошая ли батарейка или нет. 1,379. 1,4 примерно так. А должно быть 1,5 вольта. Батарейки старые, но еще поработать смогут. Вот так, друзья, такая вещь нужная. Добавок еще есть фазник такой, или как пробник. Вот. Кому надо, переходите по ссылочке, смотрите. Много у него разных инструментов измерительных в магазине есть. Есть также металлодетекторы всякие, всевозможные. Переходите по ссылочке и смотрите. Вот такой мультитестер, друзья. Небольшого размера, спокойно влезет в карман, а функциональность у него большая. Короче, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам. Пока.